Итак, всем привет, с вами Арсений, магазин Тукампи, видеообзор. Вот такой вот у нас есть садок рыболовный, естественно, от китайского нашего производителя любимого. Вот, размер у него 45 на 250 сантиметров заявленных. Такой же есть размер, по-моему, трехметровый. Вот, ну, также найдете ссылочки в описании на весь этот товар. Вот такая удобная сумка, ткань ПВХ, ручки прошиты, здесь... На молнии, сразу скажу, не обращайте на мой внешний вид внимания особого. Многие меня за это ругают, но, как говорится, где товар застал, там я его и снимаю. Вот. Итак, вот такой у нас садок. Здесь, как видим, у нас алюминиевые такие кольца идут. Сетка прорезиненная, то есть с нее будет хорошо вода скатываться, сушить долго не придется. Вот здесь у нас, я так понимаю... Вот такая вот удобные ручки для транспортировки вот такого небольшого размера садка с рыбой. Высота его получается 50 сантиметров. Ну вот, размер самого садка у нас 42 по кольцам на 32 сантиметра. Вот. И что мы тут дальше имеем? Так. Кольца у нас все по 50 сантиметров. Раз, два, три, четыре. Со светоотражающей вставкой. Здесь есть вот такая утяжка. Ну, вот, при необходимости зафиксировать нашу рыбу, чтобы она никуда не делась. И последние 50 сантиметров. Это у нас из тканевого материала. Ну, вот. То есть мы... Здесь есть вот такой вот удобный колышек, который можно зафиксировать под нужным нам углом. Вот тут есть резьба, воткнуть вот так. Вот. И наш садок растянется. Плохо земля втыкается. Колышек втыкается, земля сухая у нас. Ну, допустим, вот так. Вот. И вот такой вот у нас длинный садок. В общем, размеры 2,5 метра у него получается. Здесь 43 на 32. Каждое звено у нас по 50 сантиметров. Также он достаточно быстро собирается, быстро сохнет. И есть при необходимости вот такая петля для подвешивания садка, вот, чтобы он у нас... просох. Итак, понравился садок рыболовный. Вот, можете оставлять заявку у нас на сайте в двух размерах, 2,5 и 3 метра. Вот, понравилось видео, ставьте свои лайки, дизлайки, комментарии, подписывайтесь на наш канал, рекомендую.